20 лет спустя на сцену Малого возвращается «Касатка». В эти минуты в филиале театра дают новую сценическую версию одноименной пьесы Алексея Толстого. Постановщик тот же Виталий Иванов. Задачи иные. Наперекор повсеместному негативу режиссер пытается разбудить в современниках, молодых актерах и зрителях, любовь и сострадание. Ведь герои «Касатки» – обобщенное альтер-эго самого драматурга, доброжелательного, любвеобильного, душевного и хлебосольного. А традиции Малого всегда славились бережным отношением к автору и его слову. Репортаж Екатерины Поповой. Малый театр сохраняет традиции. Классическая пьеса, отточенная сценография и максимальное внимание к деталям. Декорации для новой версии «Касатки» продуманы до мелочей. Все готово к началу. Спектакль – комедия о любви, хотя начинается скорее как маскарад или пиковая дама. Карточный проигрыш определяет судьбу. Деньги, да, действительно, как манок на проверку поведения человека, его нравственности, его, так сказать, вот, интересов, запросов. Долг денежный призывает князя Бельского исполнить долг родственный, уехать в деревню к тетке. Вместе с ним едет Маша, прозванная «Касаткой», певица из кафе «Шантана», девушка горячая и страстная. Перед поездкой князь обещает жениться на ней, а в деревне готовится к другой свадьбе – Раисы и Ильи. Оба брака – уже почти свершившийся факт, но внезапно нахлынувшие чувства перемешивают судьбы героев, как карты в колоде. Идет Раиса Дьяковна с решетом крыжовника. Илья Ильич! Вы счастливейший из людей. Вечный любовный четырехугольник, в котором, вопреки законам геометрии, каждый угол острый. Здесь женщины оказываются прагматичнее мужчин, а мужчины любят сильнее, чем женщины. И с точностью да наоборот. Зато страсть обуревает всех с равной силой. В сегодняшней нашей жизни мы все бежим от этого чувства. Мы боимся его, мы скрываем, мы за что-то прячемся. А вот в этой пьесе, как, наверное, нигде, Толстой показал вот именно людей, которые умеют любить. Это огромный талант, это дар. И если как бы человек умеет любить, то он, безусловно, находит свою половинку. Я на Раисе женюсь и любить ее буду. «Касатка», в отличие от «Чеховской чайки», имеет счастливый конец, как все комедии о любви. Свою половинку найдут все герои пьесы. Екатерина Попова, Валерий Жиглей, служба информации, телеканал «Культура».